Ну вот, теперь не пройти здесь. А убирать кто будет? Да ну, не может быть. Слушай, парень, ты что делаешь? Эй, парень! Я помогаю звездам. Постой, но зачем? Скажи мне, иначе я сгорю от любопытства. Разве вы не видите? Прилив вынес все эти звезды на песок. А вернулся в море, они не успели. Через несколько часов, когда солнце поднимется, они погибнут. Вот я и отношу их в море. Но это же бесполезная работа. Здесь миллион звезд. Всем ты все равно не поможешь. Вот этой звездочке я уже помог. Он спасает звезды! Только посмотрите! Я создал корпорацию, где трудятся сотни людей! Я нанял лучших менеджеров, чтобы мотивировать своих сотрудников делать хоть что-то стоящее! Я плачу премии и огромные налоги для того, чтобы мой бизнес продолжал существовать! Но никто из них, кто ежедневно ходит в офисы моей корпорации, не стал бы тратить свое время на спасение звезд, выброшенных приливом! Иногда нам кажется, что мы ничем не можем помочь другим. Миллионы людей рядом с нами тратят десятки лет на то, чтобы выплатить ипотеки, закрыть потребительские кредиты, получить прибавку к зарплате, наконец поехать в отпуск. Они ставят социально одобряемые цели – машина, квартира и прочее. Но за внешним лоском теряют себя и свою жизнь. Они уже не помнят, за что полюбили своего мужа или жену, не помнят, как росли их дети. Они помнят только о том, что нужно еще немного потерпеть. И однажды жизнь наладится. Мы не можем изменить жизнь всего общества. Но у каждого из нас есть рядом кто-то, кого можно взять за руку и повести за собой. Показать другую реальность. Подарить инструменты, с помощью которых наши друзья наконец смогут провести время с родными. Или съездить в отпуск, не думая об очередном платеже по ипотеке. Мы можем рассказать им, что такое технологии. Можем помочь им освоить компьютер и изучить блокчейн. В наших силах спасти миллионы людей от цифрового рабства. Я помог уже не одной звездочке, а нескольким. После того, как мне подарили книгу «Капитальный ремонт сознания» Зинната Хуснуллина, я переосмыслил всю свою жизнь. Понял, что последний раз ужинал дома года 3 назад, что пару лет не дарил жене цветы, что не знаю, в какой школе учатся дети. А главное, что я доверял банкам, как самому себе, и каждый год терял огромные активы. Теперь эта книга у меня настольная, и я отправил ее всем своим друзьям. Они говорят, что будто проснулись после долгого сна. Каждый наш проект, будь то книга, программа авиастрахования или индекс криптовалют, попытка спасти одну звезду. Мы не стремимся к тому, чтобы достучаться до каждого. Нас мало. Но если каждый из нас выйдет на берег, чтобы отнести в море всего одну звезду, мир точно станет лучше. Будут спасены миллионы. «Капитальный ремонт сознания» — книга, меняющая ход времени. Прочтите ее сами и отправьте тому, кого любите. Больше, чем финансы, больше, чем просто рекомендации. Вы сами все узнаете, как только прочтете предисловие. Скачивание аудио, электронной или бумажной версии доступно по ссылке под роликом. Вместе мы распространим миллион книг. Миллионы людей по всему миру выйдут из крысиных бегов и, наконец, заживут той самой жизнью, о которой пока даже не разрешают себе мечтать. Поделитесь книгой с близкими прямо сегодня, пока рассветное солнце не уничтожило все звезды на берегу.